Харьков, 9 мая 2014 года. Всех с Днем Победы, 11:00 по Киеву. Все перекрыто. И удобно показать все одним куском. У нас исторический музей, Т-34, Марк 5, Марк 5, британский танк времен Первой мировой. Исторический музей, тут сейчас не видно никого. Успенский собор. Дом со шпилем. Это мы сейчас на площади Конституции находимся. Дом со шпилем. Одно из... не чудес, а достопримечательностей Харькова. Скрипач на крыше. Градусник. Тоже достопримечательность, довольно знаковая для Харькова. Место под градусником. Ну и улица Сумская. Бурсатский спуск. Вниз пошел. Сейчас еще Нику покажу. Ника, за ней Покровский собор, и вон видны шпили купола Благовещенского собора.